Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Биз республикалык штабтын пресс-борборунда саат 2:00 белгиленген брифингди баштайбыз. Бүгүн биздин пресс-борбордун коногу Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Мамбетов Касымбек Бейшенбекович. Биздин Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу кыскача маалымат берип кетет. Бизди бүгүн түз эфирлерден төмөнкү телеканалдар аркылуу ЛТР телеканалы, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, Оштовы, Ынтымактывы, жана радиолордон Биринчи радио, Кыргыз радиосу, ЛФМ, Минк ЛФМ радиолору жана ЛТРдин YouTube каналы, Facebook-дагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан түз угуп көрө аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем наш брифинг, запланированный на 2 часа. Сегодня у нас в пресс-центре республиканского штаба заместитель начальника штаба Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Мамбетов Касымбек Бейшенбекович. Он нам расскажет об эпидемиологической ситуации Кыргызстана на сегодняшний день. Касымбек Бейшенбекович, вам слово. Спасибо. На сегодняшний день ситуация по данной проблеме такая, что новых случаев инфицирования коронавирусом не зарегистрировано. Сегодня остается цифра 58. По лицам, находящимся на обсервации, 4886 человек. Лица, находящиеся на домашнем карантине, 3338 человек. Всего 8224 человека. Хочу сразу пояснить о том, что проводится тестирование лиц. На сегодняшний день 11134 человека. Тестирование экспресс-методом и методом ПЦР-диагностики проведено. Из тех инфицированных лиц 2 человека пока находятся в реанимационном отделении. Состояние среднее, тяжелое, стабильное. По поводу наборов реактивов для экспресс-анализов и ПЦР-диагностики, они имеются в достаточном количестве. Кроме того, поступают еще новые диагностикумы. Я могу заверить, что на ближайшие где-то неделю они у нас в достаточном количестве есть, и мы ожидаем новые поступления. По поводу средств индивидуальной защиты. Сейчас вот уже мы получили по линии Китайской Народной Республики 1000 защитных комплектов, они уже распределяются по всем санитарно-контрольным пунктам, по всем лечебным учреждениям города Бишкек, в первую очередь, Чалабайской, Ошской области и передадим Баткенскую область. Кроме того, по линии фонда Соросом получили и от государства Катар. Очень много вопросов у нас возникает насчет обеспечение наших медицинских работников, тех, кто находится на санитарно-контрольных постах, наших блокпостах, если так можно выразиться. В первую очередь они будут обеспечены и уже обеспечены нашими комплектами. В последнее время вот вопросы возникают насчет того, насколько защищены наши медработники, которые работают на всех уровнях при проведении профилактических работ, диагностических и лечебно-профилактических. В первую очередь, конечно, они обеспечиваются этими средствами. У нас все, кто находится в карантинной зоне, они максимум будут работать 14 дней. 14 дней они будут находиться на домашнем карантине. И сразу могу сказать, что и с материальной точки зрения они все сейчас достойно будут обеспечены. Врачи, кроме основной заработной платы, которая у них сохраняется, врачи получат на руки 46 360 сомов, медицинский персонал среднего уровня 41 885 сомов, младший технический персонал 39 660 сомов. Эти вопросы все решены. И никаких проблем в этом отношении у нас нет.
Все больные, которые инфицированные, которые находятся сейчас у нас в стационарах, 58 человек, они постоянно консультируются у нас на уровне уже экспертов-консультантов. Мы из Бишкека их консультируем на удаленном режиме. И с завтрашнего дня мы посылаем туда специалистов дополнительно, консультантов, реаниматологов, инфекционистов, эпидемиологов, пульмонологов. То есть это по всем клиническим протоколам, которые сейчас работают в Кыргызской республике. С утра вот были такие обращения насчет одной женщины, которая в Алапукинской территориальной больнице. Я как бы предвосхищая вопросы прессы, общественности, населения, могу сказать, что эта гражданка, фамилию, конечно, я называть не буду, ей 82 года, она была из прибывших из-за рубежа. Как положено по нашему алгоритму, по нашему клиническому протоколу, она 17 числа была помещена в обсерватор на базе Алабугинского района. У нее проявилась клиническая симптоматика, хронические заболевания были, возраст, контингент риска. 23 марта она была переведена в Алабугинскую территориальную больницу. К сожалению, состояние ухудшалось. Наши специалисты из Бишкека уже здесь были озвучены о том, что они на помощь поехали. Они ее консультировали, лечили. Но, к сожалению, несмотря на проведенные мероприятия, она скончалась. У нее вирус не обнаружен. У ней ПЦР-диагностика была проведена. Она к этой проблеме, к этой эпидемиологии не имеет отношения. Поэтому хочу вас официально заверить, что этот случай по нашей вот этой инфекции не проходит. Не связан. Не связан, абсолютно не связан. То есть жизнь продолжается, люди болеют, рожают, падают, как бы, потому что тохта толбаюс. Этот случай не связан с нашим коронавирусом. Заранее причину смерти. У нее хроническая ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, кардиомиопатия. И, к сожалению, вот этот букет вместе с пневмонией привел к этой к летальной вот это, смерть, к смерти. И, к сожалению, вот мы ее, получается, вот ночью получили известие. И самое главное, что этот случай не входит вот у нас ПЦР отрицательный. Я хочу вот просто предупредить, потому что разные вопросы, разные могут быть досужие домыслы. Мы должны быть от этого немножко быть в стороне. Вопросы возникают насчет того, что как организовать перевозку медицинских работников в Бишкеке даже и в наших других областях. Все руководители задействованы. Все медицинские работники должны быть через уже дополнительные автотранспортные средства, они должны быть доставлены к месту работы и домой. Это находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения. Например, Национальный госпиталь дополнительно, они сейчас заказали 9 микроавтобусов, этот вопрос находится на контроле. Но бывают какие-то моменты, это жизнь, конечно, где-то документ не тот, где-то через блокпост не смогли пройти. Мы эти вопросы решаем в оперативном порядке. Насчет оснащения защитными средствами, насчет оснащения, получается, вот этими тест-системами, сейчас в достатке. Мы заказываем по разным каналам, и из бюджета там изыскиваем средства, и из международных вот этих каких-то источников, есть спонсорская помощь, полностью они обеспечены. И вот эти разговоры о том, что не хватает, что нечем лечить, антивирусные препараты тоже
в полном объеме они у нас есть. Мы еще, несмотря на это, заказываем дополнительно. Насчет резерва стационарных коек. Мы первый этап запустили. К счастью, пока наплыва больных нет и, надеюсь, не будет. Второй этап мы тоже уже готовим. Вот, к примеру, турецкая больница у нас в Бишкеке. Сейчас полностью рабочая группа работает. Мы где-то уже на следующей неделе ее полностью подготовим. Это второй этап, уважаемые наши граждане. И мы даже сейчас подготовили уже третий этап, но это просто на всякий случай. Сейчас в этом необходимости нет. Мы в полном объеме проводим обучение медицинских работников. Как здесь, вот на базе Бишкека, так и удаленно. Потому что с этой инфекцией никто не сталкивался во всем мире. И поэтому вот какие новые ВОЗовские рекомендации других международных организаций, мы в курсе, изучаем их опыт с определенных государств, с ними находимся на связи. Клинический протокол у нас запущен приказом министра здравоохранения, и будем вносить, какие будут необходимые изменения и дополнения. Урматту телегөрүүчүлөр, радио угармандар, дагы бир жолу эскертип коеюн. Бүгүн биздин пресс-борбордо Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Мамбетов Касымбек Бейшенбекович. Касымбек Бейшенбекович, мүмкүн болсо мамлекеттик тилде. Рахмат, урматту кыргызстандыктар, азыркы күнгө кечинки салыштырмалуу ахвал өзгөрүлгөн жок. 58 инфицированный жаран ошобойдон калган, бардыгы ооруканаларга жайгаштырылган, реанимация бөлүмүндө 2 жатат. Мындай өтө оор эмес, ахвалдары стабилдүү. Андан тышкары азыркы бүгүнкү күнгө 11134 тестирование өткөрүлгөн, ошонун ичинен 58 киши табылган. Обсервацияда 4886 киши бар. Күндөн күнгө алардын саны кыскарылып келатат. Андан тышкары үйдүк жанагында оболонуу эмеде ахвалда азыр 3338 киши жайгашкан. 8224 киши жалпысы менен ушу биздин азыр өзгөчө көзөмөлдө. Андан тышкары айтып кетсем, мына эртеден бери мындай сөздөр пайда болуп атат. Ушу Ала Букада бир киши коронавирустан качып болгон деп. Андай болгон эмес. Ал киши чет мамлекеттен келген. Анан кийин биз азыркы коронавирус боюнча алгоритмге жараша алдын алып 17 март күнү ал кишини Ала Букадагы обсерваторго жайгаштырганбыз. Ал кишинин жашына байланыштуу 82 жашта экен. Андан тышкары мурдагы оорулары бар экен. 17 мартта жатып 19 мартта эмеси ПЦР анализи ошко жөнөтүлгөн. 20 мартта жообу чыккан. Отрицательный деген коронавирус жок табылган эмес деген ошо жыйынтык чыккан. Бирок ошого карабастан ошо 23-нде өзүнүн эски ооруларын жана козгогонуна байланыштуу ахвалы кичине оорлашып кеткенге карап биз Жалабаттан жана Бишкектен бул жерден бригада жөнөткөнбүз. Алар баардыгы консилиум жасап, консультация берип, дарылап аракет жасашты. Бирок тилекке каршы ал киши түндө дүйнөдөн кайтты. Биз терең көңүл айтабыз. Жакындарына бул кишинин жана кайтыш болгону жана биздин бүгүнкү коронавирустун ахвалын экөөнүн эч кандай жакындыгы жок. Бул киши жана андай кайтыш болгондорго биз аны кошпойбуз. Бул жерде ал кишинин анализи да бар, бул кишинин жанагы диагнозу да бар. Диагнозы эми пневмония, кардиосклероз, кан басымдыгы да жогорку деңгээлде экен. Ошо баарына бул жерде расмий түрдө бизде маалымат бар. Андан тышкары айтып кетсем, жанагындай
біздің медицина қызматкерлеріне жаңағындай костюмдарды, халаттарды, маскаларды жаңа көп нәрсе болып ата жетпейді, андай емес. Күнігі жаңы арқасы бұлақтардан ошо костюмдар келіп атат, біз бардың бөліштіру атауыз. Бірінші рет Бишкек шарына, Жалабат жана Ош областарына азы беріп атауыз. Андан шықары тест системалары бойынша да көп сөздер пайда болып атат. Күнден күнге қандай ахвал дептір. Бізде бүгінгі жетіштү, экспресс анализдер бардығында бар, ПЦР бойынша да бар. Эмки жумада дағы қошымча бізге ошо реагенттер келіп атышат ПЦРді. Біз жоқ дегенде бір 15-20 мин кишиге жасағанға даярбыз. Анан бұл жерде дағы мындай көп сөздер болып атат. Медицина қызматкерлер жұмышқа жете албай, жұмыстан кете албай атат дегендерді. Біз аны жетекшілерге бардығына түшүндүрүп айтканбыз. Азыр ар кайсы булактан ошол атайы жанагындай каражаттардан уруксат бергенбиз. Мисалы улуттук госпиталь кечен күнгө 9 микроавтобус жалдап туруп, алар 24 саат иштеп, пропускалардын баардыгын биз жардам бердик, иштеп жатат. Баардык мекемелерде ошондой болуш керек. Эми жанагындай бир саатта ар кандай акыбалды болуп кетиши мүмкүн, аны туура түшүнгүлө биз анын баарын чечип атабыз. Азыр биз мисалы жер жерлерде, ооруканаларда мындай медициналык техника иштен чыгып калган учурлар болот. Ошо боюнча да ар бир облыска дүйшөмбү күнү баштап ошо бизге фирмалар предоплатанын кереги жок, биз барып туруп оңдоп туруп анан кийин счет беребиз дейт, ошо баткенге чейин жөнөтүп атабыз. Анан кийин жаңы медициналык аспаптарга да баардына ошо чет мамлекеттеги эл аралык уюмдарга, фирмаларга ошо эми кайрылып атабыз. Мындай жакшы мен ойлойм жыйынтык чыгып атат. Өзү бир топ жаңы ИВЛ аппаратура, концентратор деп коет. Анан кийин ВИПАП, ошо азыркы ВОЗдун дүйнөлүк медициналык уюмдун ошо сунуштарына ылайык, ошого жараша жаңы клиникалык протоколго жараша биз ошонун баардыгын азыр заказ бергенбиз. Эмки жумадан азыр деле бар республикада 700-тен ашык ИВЛ аппараттарыбыз бар. Ошо бирок ошого да карабастан биз оңдоп анан жаңыларды азыр заказ берип атабыз. Азыркы күнгө мындай кыскача маалымат ошол. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин штабынын башчысынын орун басары Мамбетов Касымбек Бейшенбекович болду. Бизге Кыргызстандагы акыркы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берди. Сиздер бизди түз эфирлерден, телеканалдар аркылуу КТРК, ЛТР, Алатоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, радиолор аркылуу Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, ЛФМ радиолору, ЛТРдин YouTube канал аркылуу, Фейсбуктагы Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан көрүп угалдыңыздар. Уважаемые радиослушатели, телезрители, сегодня у нас в пресс-центре республиканского штаба был заместитель начальника штаба Министерства здравоохранения Кыргызской республики Мамбетов Касымбек Бейшенбекович. Спасибо за внимание. Спасибо. Рахмат.